Замена у футбольного клуба «Цемент». Вместо Алексея Благовещенского, игравшего под номером 10, в игру вступил Евгений Стуканов, номер 15. Thank you.
Замена у футбольного клуба «Цемент». Вместо Юрия Благовещенского, игравшего под номером 7, в игру вступил Владимир Назаров, номер 5. У вас стабло на стадионе сломанное, да, Николай Сергеевич? Жаль. Даже специалиста по того нет. Давай!
блин, что последний пас. Вот это гол! Молодцы! 2-0. Вот это гола! Молодцы! Мяч забил Владимир Титов, номер 10. Хорош, Паш. Хорош. 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 Хорош.
Калка. Замена у футбольного клуба «Елен». Вместо Романа Аркатова, игравшего под номером 20, в игру вступил Александр Ремезов, номер 8. Закат, шире.
Нормально. Сразу, ну! Сразу! Восьмой, ты проходишь! Восьмой, куда? Сразу, нормально. Сзади! Сзади! Куда? Замена у футбольного клуба «Цемент». Вместо Дениса Самолаева, игравшего под номером 4, в игру вступил Александр Матвеев, номер 18.
Да, ты паста. Ты паста, блядь. Накрывай, Толя! Саша, иди! Замен! Все право! Саша, право! Один на три, один! Все, Саша! Ну что, ну куда смещит, допиться было? Замена у футбольного клуба «Елец». Вместо Михаила Захарова, игравшего под номером 4, в игру вступил Дмитрий Малыгин, номер 12. Пошли. Да, пошли. Пошли. Четыре на четыре. Уважаемые болельщики, следующая игра на нашем стадионе состоится 6 июня. Футбольный клуб «Елец» будет принимать футбольный клуб «Юмик Россош». Право смотрим.
Один. Да. Центр. Косой тут вы. Большакова, игравшего под номером 7, в игру вступил Владимир Щукин, номер 5. Тот показывает. Thank you.
замена у футбольного клуба «Елец». Вместо Артема Винникова, игравшего под номером 11, в игру вступил Евгений Савушкин, номер 17. Yeah.